Августина. Действие происходит в конце эпохи Возрождения. Температура за бортом около 27 градусов по Цельсию. Уведомление для зрителей. Несколько актеров в нашем спектакле могут играть одну роль. Действующие лица пьесы. Дон Педро, принц Арагонский, богатый, властный и знаменитый. Дон Хуан, его побочный брат, прирожденный злодей. Клавдио, молодой знатный флорентиец, романтичный юноша. Бенедикт, молодой знатный пуанец, за словом в карман не лезет. Леонард, губернатор Мессины, любящий нежный отец для своей дочери. Гера, его единственная дочь, очень милая и скромная девушка. Беатрича, племянница Леонардо, за словом в карман не лезет, да и тот у нее сложный характер. Барачо и Конор, приближенный дону Хуана, готовый на все ради своего господина. Маргарита и Урсула, камеристки Гера, бессмертно любящие свою госпожу. Полицейский, гонец и прочие слуги. Сцена первая. Неожиданное и приятное известие. Леонардо, Беатричи, Гера и гонец. Я вижу из этого письма, что герцог Арагонский прибудет сегодня вечером к нам в Мессину. Он уже близко. Я его оставил в миле в трех отсюда. В письме сообщается, что дон Педро весьма отличил молодого флорентийца по имени Клавдио. Он вполне заслужил это. И дон Педро, помянув о нем, лишь воздал ему должное. Скажите, пожалуйста, сеньор фехтовальщик вернулся с войны или нет? Я не слышал такого имени сеньора. В нашем войске нет такого солдата. О ком это ты спрашиваешь, племянница? Кузина, имею в виду сеньора Бенедикта из Падуи. А, он вернулся и все такой же сейчас, как и был прежде. А скажите, пожалуйста, много ли людей он убил и съел на этой войне? То есть, много ли он убил? Потому что съесть всех, кого он убьет, обещала я. Право, племянница. Ты слишком нападаешь на сеньора Бенедикта. Но я уверен, что он поладит с тобой. Он очень отличился в этой войне, сеньора. Верно, у вас был залежал провиант, и он помог вам всем управиться. Он доблестный обжора, желудок у него превосходный. Он превосходный воин? Да, когда он с дамами. Он был кавалер. С кавалерами кавалер, с воинами воин. Он полон всех достоинств. Прямо такие начиненными, как пирог. Но что до качества начинки, все мы люди смертные. Не принимайте, сударь мой, всерьез выходок моей племянницы. Между ней и сеньором Бенедиктом идет шуточная война. Стоит им только сойтись, как сразу же начинается перестрелка остроты. Как я вижу, он не записан в ваших хвалебных книгах. Да? Нет. Будь это так, я сожгла бы всю мою библиотеку. Но все же, кто же его приятель? Неужели нет какого-нибудь молодого шалопая, который вместе с ним готов пойти хоть к самому черту? Его часто видят в компании благородного Клавдио. О, Господи. Он пристанет к нему как болезнь. Он прилипчивее чумы. А кто им заразится, тот непременно сойдет с ума. О, Создатель, помоги благородному Клавдию. Если он заразится Бенедиктом, лечение обойдется ему в 1000 фунтов. Разрешите мне быть вашим. Делать предложение. Сцена вторая. Приезд принца. Дон Педро, Бенедикт, Клавдио, Леонардо, Гера, Беатрича и Дон Хуан. Добрый вечер, сеньор Леонардо. Вы сами причиняете себе беспокойство. Другие стараются избежать таких расходов, а вы сами напрашиваетесь на них. Это, вероятно, ваша дочь? По крайней мере, ее мать мне не раз это говорила. А вы разве сомневались в этом, когда спрашивали ее? Нет, сеньор Бенедикт, потому что тогда вы были еще ребенком.
Получается, Бензин? Удивляюсь. Как это вам все время охота болтать, сеньор Бенедикт, когда на вас никто не обращает внимания? Как, милейшая шпилька? Вы еще живы? Может ли шпилька умереть, когда у нее есть такой удобный предмет для уколов, как сеньор Бенедикт? Самолюбезность должна превратиться в шпильку в вашем присутствии. Тогда любезность станет оборотнем. Но одно верно, в меня влюблены все дамы, за исключением вас одного. А я, пусть от всего сердца, хотел бы, чтобы мое сердце не было таким жестоким. Ни одной из них не люблю. Какое счастье для женщин. Иначе им пришлось бы терпеть убийство моего поклонника. Благодарю Бога и мою холодную кровь за то, что в этом я похожа на вас. Для меня приятнее слушать, как моя собака лает на ворон, чем как мужчина клянется мне в любви. Да укрепит небо подобную милость в ваших чувствах. Это избавит немало сеньоров от царапин на физиономии. Если физиономии вроде вашей, так от царапин хуже не станет. Ну, вам бы только попугаев обучать. Птица моей выручки будет лучше, чем животное, похожее на вас. Хотел бы я, чтобы моя ложь сравнялась быстротой и неутомимостью с вашим язычком. Впрочем, продолжайте с Богом. Я кончу. Вы всегда кончаете лошадиной остротой, еще мне это давно знаю. Позвольте мне поприветствовать вас, ваша светлость. Раз уж вы примирились с вашим братом, я весь к вашим услугам. Благодарю. Я не люблю многословия, но благодарю. Не желаете, ваше высочество, пойти вперед? Вашу руку, Леонардо. Пойдем вместе. Сцена третья. Клавдио влюбился. Бенедикт и Клавдио. Бенедикт, заметил ли дочь сеньора Леонардо? Заметить не заметил, но видел ее. Какая скромная молодая девушка. Как вы спрашиваете меня, как честный человек, только за тем, чтобы услышать мое искреннее мнение? Или вы хотите, чтобы я ответил вам по моему обыкновению, как признанный враг женского пола? Нет! Я прошу отвечать тебе просто и прямо. Что ж, по-моему, для большой похвала она слишком мала, для высокой слишком низка, для ясной слишком смугла. Одно могу сказать в твою пользу. Будь она иной, она была бы нехороша. А такая, как есть, она мне не нравится. Ты думаешь, что я шучу? Нет, я прошу сказать тебе искренне, как она тебе нравится. Но ничего такого не вижу. Вот твоя сестра, миссис Мёрбец, была бы лучше настолько, насколько начало мая лучше конца декабря. А тебе, я надеюсь, не захотелось обратиться женатым человеком? Или захотелось? Какие это секреты задержали вас здесь, помешав последовать за Леонардом? Он влюбился. В кого? Это спрашивает ваше высочество. Заметьте, до чего быстрый его ответ. Маленькую Гера, дочь Леонардо. Аминь, если вы любите ее. Она вполне достойна любви. Вы это говорите, чтобы меня поймать, ваше высочество? Клянусь честью, я искренне высказал свои мысли. А я клянусь и честью, и истиной, что высказал свои. Ты всегда был закоренелым еретиком в отношении прекрасного пола. Прежде чем умру, я еще увижу тебя побледневшим от любви. От злости, от болезни или от голода, ваше высочество? Ну уж никак не от любви. Сцена четвертая. Отпетые злодеи плетут интриги. Конрад, Барачо и Дон Хуан. Красненький цвет нужен, и, пожалуй, достаточно злая сцена обещается. Причина этого превыше всякой меры, и от того моей печали нет границ. Я не умею скрывать свои чувства. Когда у меня есть причина для печали, я должен быть печален и ни на чьи шутки не улыбаться. Когда я голоден, должен есть.
и никого не дожидаться. Когда меня ко сну клонит, должен спать, не заботясь ни о чьих делах. Когда мне весело, смеяться и не поделаться под что-нибудь настроение. Вы так недавно восставали против вашего брата. Сейчас он вернул вам свою милость, но чтобы в ней укрепиться, уж вы сами должны позаботиться о хорошей погоде. Сумейте выбрать время для своей жабы. Хотел бы я лучше быть чертополохом у забора, чем розы в саду его милости. По моей натуре мне приятнее терпеть общее презрение, чем притворством красть чью-нибудь любовь. Хотя нельзя сказать, что честный истец, зато никто не станет отрицать того, что я откровенный негодяй. Не доверяют, надев на морду, и дают свободу, опутав ноги. Вот я и решил, не буду петь в клетке. Снимите с меня намордник, я буду кусаться. Дайте мне свободу, я буду делать все, что я захочу. Но пока что, дай мне побыть самим собой. И не надо пытаться изменить меня. Что нового, барача? Я только что с великолепного ужина. Леонардо по-царски принимает вашего брата. Могу вам сообщить о предстоящей свадьбе. Нельзя ли из этого устроить какую-нибудь камеру? Какому дуралею захочется обучиться заботами? Представьте себе, правая рука вашего брата. Кто? Очаровательный Клавдио? Он самый. Прекраснейший кавалер. Ну на ком же? На ком? Кто прельстил его? Представьте себе, Гера, дочь и наследница Леонардо. Ого! Пойдем-ка туда. Пожалуй, тут есть на чем сорвать мою досаду. Этот юный выскочка – причина моего падения. И если у меня хоть когда-нибудь выпадет шанс насолить ему, я буду очень счастлив. Верны ли вы мне оба? И берется ли вам мне помочь? Милым слугам вашей светлости! Вечеринка для всех в доме Леонардо. А я бы этого не хотела, ради вас самих, потому что у меня очень много недостатков. Ну скажите хоть один. Я молюсь вслух. Ну разве это недостаток? Это только плюс. Я буду приговаривать. Аминь. Пошли мне, Боже, хорошего танцора. Аминь. И убери его с глаз моих, как только танец кончится. Ни слова больше. Если вы будете медленно смотреть нежно и ничего не говорить, я готова пойти с вами, особенно, чтобы уйти в сторону. Вместе со мной? Может быть и так, если мне вздумается. А в каком случае вам вздумается? Если мне понравится ваше лицо, а то вдруг, упаси Боже, люб мне окажется такой же, как вот я. Моя маска вроде крыши Филимоновой хижины. Внутри нее Юпитер. Барачо и Дон Хуан. Красный свет, ну, пожалуй, сюда и, ну, злую музыку. Дочери Леонардо? Да, ваша светлость, но я могу этому помешать. Каждая помеха, каждая преграда, каждое препятствие будет лекарством для меня. Я более ненавистью к нему, и все, что будет противоречить его желаниям, совпадет с моими. Как ты можешь помешать к свадьбе? Нечестным путем, ваша светлость.
но так искусно, что нечестности этой никто не заметит. Расскажи в двух словах, как? Кажется, я говорил вашей светлости уже год тому назад, что пользуюсь милостями Маргариты, камеристки Гера. Припоминаю. Я могу в неурочный час ночи попросить ее выглянуть из окна спальни ее госпожи. Да и что же в этом такого? Что могло бы расстроить свадьбу? От вас зависит приготовить настоящий яд. Вступайте к принцу, вашему брату, и без обиняков скажите ему, что порочит свою честь, способствуя браку славного Клавдию, которому вы испытываете величайшее уважение с такой грязной распутницей, как Гера. На какие же доказательства я представлю? Вполне достаточно для того, чтобы обмануть принца, вывести из себя Клавдию, погубить Гера и убить Леонардо. Вам этого мало? Чтобы только досадить им, я на все готов. Сцена седьмая. Мысли Бенедикта. Бенедикт. Удивляюсь, как этот человек, видя, какими глупцами становятся другие от любви, насмехается над этим пустым безумием, и вдруг сам становится предметом насмешек в любви. Таков Клавдио. Помню время, когда не признавал другой музыки, кроме труб и барабанов. А сейчас он охотится слушать тамбурин и флейту. Помню я, как он бывало готов 10 миль пешком отмахать, чтобы взглянуть на хорошие доспехи. А сейчас он может не спать 10 ночей подряд, обурмывая фасон нового калета. Говорил он бывало просто идеально, как честный человек и солдат, а потом превратился в какого-то краснобая. Его речи – это фантастическая трапеза с самыми невиданными блюдами. Неужели я могу так измениться, пока смотрит на мир мои глаза? Не знаю, не думаю. Клятвы, не дам, что любовь не превратит меня в устрицу. Но в одном клянусь смело. Пока я еще не стал устрицей, подобным глупцом любовь меня не сделает. Одна женщина прекрасна. Но ты уцелел! Другая умна. Но ты уцелел! Третья добродетель. Но ты уцелел! Пока я не встречу женщину, привлекательной во всех отношениях за раз, ни одна не привлечет меня. Она должна быть богата. Это обязательное условие. Умна? Или мне ее не надо? Добродетельна! Или я за нее не дам ни гроша! Красиво, иначе я не взгляну на нее. Кратка, иначе пусть и близко ко мне не подходит. Знатна, иначе ни за какие деньги ее не возьму. Она должна приятно разговаривать, быть хорошей музыкантшей. А волосы пусть будут такого цвета, как Богу угодно. Вот и принц Масье Купидоном. Собирающих с беседки. Сцена восьмая. Не подслушивайте чужие разговоры. Версия мужская. Дон Педро, Клавдио, Бенедикт и, кажется, Леонардо. Чего вздыхать, красотки вам? Мужчины род неверный. Он телом здесь, душою там, все ветрены безмерно. Чему вздыхать? Их надо гнать, жить в радости сердечной и вздохи скорби превращать. Гей-го! Припев беспечный. Честное слово, хорошая песня. Но плохой певец, ваше высочество. Нет-нет, ты поешь совсем не дурно, на худой конец. Если бы пес так выл, его повесили. Молю Бога, чтобы его голос не напророчил нам беды. По-моему, лучше ночного ворона слушать. Такие бы несчастья он не сулил. Послушайте, Леонардо, что это вы говорили сегодня? Будто ваша племянница Беатрича влюбилась в Бенедикта. Да-да. Подкрадывайтесь, подкрадывайтесь. Дичь уже села. Вот уж не подумал бы никогда, что эта особа может в кого-нибудь влюбиться. Я тоже. А всего удивительнее, что она с ума сходит по Бенедикту, которого, судя по ее поведению, всегда ненавидела. Возможно ли? Так вот откуда ветер дует. По чести, ваше высочество, даже не знаю, что об этом и подумать, но она безумно любит его. Это превосходит всякое воображение. Может быть, она только притворяется? Похоже на то. Бог мой, притворяется!
Да никогда притворная страсть так не походила на настоящую, как у нее! В чем же эта страсть выражается? Насаживайте приманку на крючок, рыба сейчас клюнет. В чем выражается? Она сидит и... Да вы сами слышали, как моя дочь рассказывала. Да, правда. Я подействовал. Подлейте еще. Что же, она открыла свои чувства Бенедикту? Нет, и клянется, что никогда этого не сделает. Это-то ее и мучает. Честно, уже не помню, я подействовал, Беатриче и Бенедикт. Когда я говорил, что умру холостяком, я не думал, что доживу до свадьбы. Вот идет Беатриче. Клянусь небом, она наипрекраснейшая девушка. Я вижу в ней некоторые ноточки влюбленности. Меня против моей воли прислали просить вас обедать. Прекрасная Беатрича. Благодарю вас за труд. Мне стоило не больше сил заслужить вашу благодарность, чем вам поблагодарить меня. Если бы мне было трудно, я бы не пришла. То есть это поручение доставило вам удовольствие? Так, на грошек. Так у вас нет аппетита, сеньор. Тогда прощайте. Я буду негодяем, если не жалюсь. Будь я дурак, если не полюблю ее. Нужно достать ее портрет. Повешу его на спальню. Сцена 10. Не послушивайте чужие разговоры. Версия женская. Маргарита, Урсула, Геро и Беатрича. Пойдем скорее, Маргарита, в зал, а ты идешь с сеньором Беатрича. Беседующий склад твоего принца. Шепни на ушко, что мы с Урсулой в саду гуляем, и они толкуют. Скажи ей, что послушала ты нас, и предложи ей спрятаться в беседке. Сыграй получше роль свою. Вступай. Ручаюсь вам, она придет и скоро. Как только Беатрич подойдет, давай Урсула лишь о Бенедикте, гуляя по аллее, говорить. Лишь назову его, ты начинай хвалить его превыше всякой меры. Я ж буду говорить, что Бенедикт любовью к Беатриче прямо боль. Удильщику всего приятнее видеть, как рыбка золотыми плавниками вот рассекает серебро, чтоб жадно коварную приманку проглотить. Так мы сейчас поймаем Беатриче, что в жимолости притаилась там. Не бойтесь, диалога не испорчу. Пойдем поближе, чтоб не проронила она ни крошки с приманки слой. Нет, права, слишком уж она спесива. Душа ее пугливая и дика, как горный сокол. Но скажите, правда, что Бенедикт влюблен в нее так страстно? Так говорят и принц, и мой жених. И поручили вам сказать ей это? Просили, да, но... Я их убедила. Пусть если только любят Бенедикта, внушат ему, чтоб чувство поборол. И никогда любви не открыл. Но почему? Уже он не достоин счастливого супружеского ложа, какое заслужила Беатриче? Клянусь амуром, он всего достоин, чего мужчина может пожелать. Но женщины с таким надменным сердцем природа до сих пор не создавала. Так влюблена в себя. Как ни был бы мужчина, умен, красив собою. Молод, знатен, на выбор-то она его представит. Будь миловиден, ходим в сестры ей. А смугу, как кляксу сделала природа, шутя рисуя. Оль, высок, пика с тупой верхушкой. Ломал, плохой брелок. Красноречив, игрушка ветра, флюгер. А молчалив, так неподвижный пень. Так вывернет любого наизнанку. Разборчивость такая непохвальна. Когда же ваша свадьба? Хотелось бы, чтоб завтра. Ну, пойдемте, посмотрим платье. Вы мне совет дадите, какое лучше завтра нарядиться. Попалась, птичка, вручаюсь вам. Коль так в любви случайно все на свете, есть у амура стрелы, есть и сети. Сцена 11. Гера опозорили.
Клавдио. Красненький свет. Или брат. Храни вас Бог. Добрый день, братец. Если у вас есть минута досуга, я бы хотел поговорить с вами. Наедине? Если позволите. Впрочем, граф Клавдио может слушать, так как то, что имею сообщить, касается него. В чем дело? Ваша милость собирается венчаться завтра? Вы же знаете это. Я не уверен в этом, если узнает то, что известно мне. Если есть какое-нибудь препятствие, прошу вас, откройте его. Что такое? В чем дело? Я за тем и пришел, чтобы все рассказать вам. Оставляя в стороне разные подробности, скажу просто. Девушка нечестна. Кто? Гера? Вот именно она. Дочь Леоната, ваша Гера, чья угодно Гера. Нечестна? Это слово слишком мягко, чтобы описать ее безнравственность. Я бы сказал, она хуже, чем нечестна. Придумайте худшее выражение, и я применю его к ней. Но не удивляйтесь, пока не получите доказательств. Лучше пойдемте ночью со мной, и вы увидите, как лазают в ее окна спальни, даже накануне ее свадьбы. Ну и если тогда ваша любовь стоит, венчайте завтра. Но для вашей светлости было бы лучше изменить ваше намерение. Если этой ночью я увижу что-нибудь такое, чтобы мешать мне жениться на ней, я завтра в той самой церкви, где хотел венчаться, при всех осрамлю ее! А я, который был твоим сватом, присоединюсь к тебе, чтобы опозорить ее. Сцена 12-я. Сорванная свадьба. Чтобы заключить брачный союз с этой девушкой? Нет. Он пришел, чтобы вступить в брачный союз, а уж заключить его вы, отец Франциск. Вы пришли сюда, сеньора, за тем, чтобы вступить в брачный союз с графом? Да. Если кому-либо из вас известны тайные препятствия к заключению этого союза, ради спасения ваших душ, предписываю вам открыть их. Известно вам какое-нибудь препятствие, Гера? Нет, мой супруг. А вам, граф? Да. Что это значит, граф? Что не женюсь я, и душу не свезу с развратной тварью. Здоров ли граф? Он говорит так странно. Что вы молчите, принц? Что скажу я? Я честь свою этим запятнал, что друга своего хотел связать с развратницей публичной. Что слышу я? Или это снится мне? Нет, это я. И выслушайте правду. Здесь свадьбу или пахнет? Правду, боже! Какой мужчина с вами говорил у вашего окна вчера за полночь, когда вы девушка? Ответьте мне! Я в этот час ни с кем не говорила! Так вы! Не девушка! О, Леоната, мне жаль вас, но клянусь моей честью, я сам, мой брат и бедный граф Видали и слышали среди дочек, как она с каким-то проходимцем говорила, который, как завзятый негодяй, припоминал позорную их связь и тайные свидания. Кто даст кинжал мне, чтоб с собой покончить? Ты падаешь, кузина, что с тобой? Уйдем! Разоблачение дела сразило дух ее. Что с Гера? Умерла? О, Гера! На помощь, дядя! Бенедикт, отец! Сцена 13. Беатрича и Бенедикт ищут выход. Перейдем на более позитивный лад.
долго буду плакать. Я не желал бы этого. И не к чему желать, я и так плачу. Я вполне уверен, что вашу прекрасную кузину оклеветали. Ах, что бы я дала тому человеку, который доказал бы ее невинность? А есть способ оказать вам эту дружескую услугу? Способ есть. Добрый человек. Может за это дело взяться мужчина? Это мужское дело, да только не ваше. Покажите, мне сделать что-нибудь для вас. Убейте Клавдио! Я же на свете! Вы убиваете меня вашим отказом, прощайте! Постойте, милая Беатрича! Я уже ушла, хоть я и здесь. У вас нет ни капли любви, прошу вас, пустите меня. Будем друзьями? Конечно! Безопаснее быть моим другом, чем сражаться с моим врагом. Разве Клавдио твой враг? А разве он не доказал, что он величайший негодяй? Тем, что опозорил, оклеветал и отвергнул мою родственницу. О, будь я мужчина, я бы съела его сердце на рыночной площади. Имея я друга, который выказал бы себя мужчиной вместо меня, но мужество расставило мне бедности. Доблесть в комплиментах. И теперь мужчины превратились в сплошное пустословие и краснобайство. Вы убеждены в том, что граф Клавдио оклеветал Гера? Убеждена как в том, что у меня есть душа и убеждение. Довольно. Обещаю вам, что пошли ему вызов. Сцена 14. Признание. Барачо, Дон Педро, Клавдио, полицейский и Конрад. Что это? Двое из приближенных моего брата связаны, и один из них Барачо? Спросите, за что их арестовали, ваше высочество. Господа, в чем же провинились эти люди? Так что, сударь, они сделали ложный донос. Кроме того, сказали неправду. Во-вторых, они оболгали. В-шестых и в-последних оклеветали благородную девицу. В-третьих, сказали неверные вещи. И в заключение, они лгуны и мошенники. Во-первых, я спрашиваю, что они сделали? В-третьих, я спрашиваю, в чем их вина? В-шестых и последних, за что они арестованы? И в заключение, в чем их обвиняют? Правильное рассуждение по всем пунктам, честь и клянусь, один и тот же вопрос в разных формах. Что вы совершили, господа, что вас ведут связанными к допросу? Этот ученый пристав так хитроумен, что ничего не понять. В чем ваше преступление? Добрый принц, не велите меня вести к допросу. Выслушайте меня, и пусть граф убьет меня. Я обманул ваши собственные глаза. Сегодня ночью он подслушал, как Барачо признался в том, что ваш брат Дон Хуан поговорил его оклеветать сеньору Гера. Он рассказал, как вас привели в сад, и вы там видели его свидание с Маргаритой, одетой в платье Гера, как затем вы опозорили Гера в самый момент венчания. Моя подлость занесена в протокол. Девушка умерла от ложного обвинения, взведенного на нее мной и моим хозяином. Короче говоря, я не желаю ничего, кроме возмездия за мою низость. Он не вонзил ли сталь в тебя речами? Не моим! Я убил страшный яд! О, Гера! Мною в душе воскрес твой образ в той красоте, какую я любил! Рассказываю. Леонардо договорился с Клавдио, что тот выйдет замуж за еще одну племянницу Леонардо. И вот... сейчас состоится еще одна свадьба. Повторная, и это будет самая последняя и финальная сцена нашего спектакля. Почтенное собрание. Привет, мой принц. И Клавдио, привет. Мы ждали вас. Ну что же, вы решились с племянницей моей обвенчаться? Согласен, пусть она хоть эфиопка. Свершим обряд. Ответ за мной. Сейчас не того. Которая ж и зам моя по праву.
Я ее вручаю вам. Она моя? Ну дайте вас увидеть. О, нет! Пока не поглянетесь вы, пред святым отцом с ней обвенчаться. Так дайте руку пред святым отцом. Я ваш супруг, когда вам так угодно. При жизни ваша первая жена, и вы мой первый муж, пока любили. Вторая Гера! Истина, вторая, та умерла запятнанной, а я живу, и так же, как жива, невинна. Она была мертва, пока жило злоречие. Окей, постойте, кто здесь Беатрича? Я в нее, что с ней угодно. Вы любите меня? Не так, чтобы очень. Так значит, дядя ваш и принц, и Клавдию, а мамку, они делились мне в том. Вы любите меня? Не так, чтобы очень. Так значит, Гера, Маргарита, Урсула, Манты, они клялись не в том. Они клялись, что вы помнили сон. Они клялись, что насмерть влюблены вы. Все вздор! Так вы не любите меня? Нет! Потому что как друга. Благодарность. Ладно, я беру тебя. Но клянусь дневным светом, беру тебя только из сострадания. Я не решаюсь вам отказать, но клянусь светом солнца, я вступаю только усиленное убеждение, чтобы спасти вашу душу, ведь вы, говорят, дошли чётки. Стой! Рот тебе закрыл! Как бы любить женатый поживает? Вот что я вам скажу, принц. Целая коллегия отряков не заставит меня отказаться от своего намерения. И не нужно упрекать меня в том, что раньше я говорил другое. Человек существо непостоянное, вот и все. Давайте-ка потанцуем, пока у нас еще, пока вы еще не обвенчались. Пускай у нас придется сердца, у наших невест ноги. Танцевать будете после свадьбы? Нет, до свадьбы, клянусь честью. Эй, музыка, у вас принц унылый. Женитесь, женитесь. Вот тот пост, которого на конце не трога. Принц, Дон Хуан, ваш брат, бежавший сплачет, и придет на стражу внести нам. Забудем о нем до завтра, а там уже придумаем ему славное наказание. Эй, флейт, начинайте. Some might say love's unpredictable, some might say love's not to possible.